Украинские олигархи, возможно, готовятся к свержению киевских властей. Такой вывод, во всяком случае, можно сделать из заявления бывшего главы Одесской областной администрации Игоря Палица в эфире одного из телеканалов. Он вступил в перепалку с нынешним руководителем области, бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Палица считается человеком Игоря Коломойского, одного из богатейших украинских бизнесменов. Саакашвили называет себя сторонником Петра Порошенко. Он пытался выяснить у своего предшественника, зачем ему и Коломойскому бронированные машины, каски и другое обмундирование. И вот что он услышал в ответ. Я пытаюсь понять, вот для чего бронированы машины Луцкий и Киев? К чему идет подготовка? Послушайте меня. Для чего каски брать? Для чего каски? Вас... Для чего бронежилеты? Вам. Вам. Это вопрос очень важный. К чему это идет подготовка? Хотите, я отвечу? Вот после того, когда вы нашкодите, так как в Грузии, мы готовимся к тому, чтобы еще раз отстоять страну. После последствий, которые вы принесете. Бог покажет, кто из нас прав. С Грузией вы закончили, сбежав, оставив гражданство, свой народ. Ой, не надо, посмотрим, это как не... вы закончите не... в Украине. Игорь Палица также упомянул о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибли более 40 человек. По его словам, все заявления Службы безопасности Украины о российском следе в этой трагедии не имеют под собой никаких оснований. Это, по его словам, была предвыборная провокация местных политиков.